Нож складной от компании Райк. Его артикул P105K. И сразу, наверное, с упаковки начнем. Тут iPhone отдыхает. Надо набраться терпения, чтобы все это аккуратно, последовательно вскрыть. Ну, да ладно. Наверное, на этом ноже будем открывать. Следующие уже ролики не будем тратить на данную процедуру. Как всегда, паспорт, гарантийный талон, шильдик с логотипом. Идет в таком вот пакете и в такой упаковке. Все это нам не интересно. Главное, что дублируется артикул на упаковке. И этот же артикул должен быть на клинке. Нож довольно-таки средних размеров. Не назвать его маленьким, но и супер большим также не назовешь. Что по сборке? Здесь все отлично. Видим стальные лайнеры. Видим накладки из G10. И мощный такой практически на всю рукоять бэкспейсер. Клипса также выполнена своеобразно. И видим надпись. Нож флиппер, насечек нету, но механика у него отличная. По сборке также вопросов нет. Такое ощущение, что чуть-чуть вот он налево склонен. Но поскольку здесь осевой регулируемый, тут стандартный торкс, то здесь, я думаю, с выравниванием вопросов не будет. По механике очень хорош. Так вот работает детент. Ну что, высокие спуски практически от обуха. Видим поперечный сатин по форме drop point. Неплохая площадка под большой палец. Маркировка стали 12C28N Sandvik. Это шведское происхождение. И вот такой вот у него здесь выбит номер. Как всегда, флип превращается в небольшой упор. И отлично флипует. По характеристикам я так по-бырому померю, то есть порядка 21, ну, где-то 212, наверное, длина, клинок 94. Что нам нужно, это, наверное, померить его сведение, ну и по обуху. Здесь у нас получается 3,5. Сведен он достаточно неплохо на ощупь. Да, вот 0,5 посередине. 0,5 также на переходе. 0,5 также и на кончике. Ничего себе. Он сведен практически везде по одной толщине. Ну что, остальные параметры, наверное, будут уже по ссылке. Давайте, ладно, толщину, поскольку ролик первый. 14 толщина и ширина рукояти 27-28. Всем спасибо. Будем двигаться дальше. Много роликов придется записать. Ну и по возможности похожие модели будем объединять. Надеюсь, был полезен. Пока.